Более 40 зеленых морских черепах спасли из сетей браконьеров в Индонезии. Сейчас пресмыкающиеся находятся под присмотром представителей Всемирного фонда дикой природы. Животных после осмотра выпустят обратно в море. В последние годы популяция зеленых морских черепах резко сократилась из-за браконьерства. Их чаще всего переправляют в такие страны, как Малайзия, Вьетнам и Китай.